Анонс и точная дата выхода 19 серии турецкого сериала «Мои братья». Продолжение сериала «Мои братья» состоится уже 11 сентября. В новой серии мы увидим, как Орхана доставили в больницу после полученного ранения, и врачи стали бороться за его жизнь. Его удалось спасти, но теперь состояние Орхана остается не лучшим, и он не может работать, так как находится в инвалидном кресле. Шенгюль находится в большом отчаянии, и она совсем не знает, как ей жить дальше. Все дети начинают искать работу и стараются оказывать поддержку в эти непростые дни. Акиф привел в действие свой хитрый план и тем самым подставил Кадира. Для него он оказался в ненужное время и не в том месте. В итоге Кадир оказывается в тюрьме, и его разлучают с сестрами и братом. Омеру было очень сложно расставаться со своими сестрами, которые вынуждены были отправиться в детский дом. Омер и Асие пришли навестить Кадира и передали ему рисунок, нарисованный самой младшей сестрой. После смерти их отца Кадир заменил им его, и они хотели поздравить брата с этим праздником. Для Кадира самое важное, так это знать, что с его братом и сестрами все в порядке, и тогда для него не будет никаких трудностей. Кадир надеется на то, что эти сложные дни в их жизни скоро закончатся, ведь им и так уже пришлось преодолеть многие испытания вместе. На Надежду нельзя надеть наручники, они были детьми, влюбленными в Надежду. Напомним, 19 серия сериала выйдет в эфир 11 сентября. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.